James Chicken, and in this video he's speaking about his artistic life and his ideas about art. My name is James Chicken, and there are two videos. One was done during the 80s by Wahab Afshar, one of his students, and then this video is done in 2009 by him again, so you can see the difference of his ideas and his artistic life compared by those two videos. Я хотел изменить саму позицию восприятия. Ты рассчитывал на некую дискуссию, обсуждение. Ты ведь хотел инициировать серьезное обсуждение. Знаешь, лично для меня, как арт-критика, философа, ничего нет лучше, чем настоящий повод написать настоящий текст. Это как место, куда можно поместить, поднять серьезные проблемы социальности. Знаешь, это правда. Наилучший текст – это когда автор пишет, чтобы понять жизнь и самого себя получше. Не для публики, не для того, чтобы быть понятным им. Это не журналистика, не род информации, но то, что касается, соприкасается с чем-то подлинным. Я скажу честно, на сегодняшний день в Турции таких авторов практически нет. Но у вас же есть Стамбульская биеннале, и она мощная. Ну, во-первых, не всегда тексты, написанные по свежим следам, хороши. Они свежие, да, но глубина должна накапливаться. Иногда удивительная реакция происходит не в профессиональной среде, но посреди просто людей. И потом, знаешь, это как облако впечатления. Оно как облако существует, его нельзя потрогать, но оно действенно присутствует, изменяет освещение. Скажи честно, тебе нравится быть куратором современного искусства? То есть жить зачастую сложно, тяжело, иметь дело подчас с противным, сопротивляющимся. Да нет, я счастлив, это мое. И это превосходно быть куратором, иметь дело с современным искусством. Правда. К тому же я люблю Стамбул. Погода замечательная. 4 климатических сезона. Фантастическая история и архитектура. Возможность прогуляться по берегу Босфора. Стамбул полон жизни. Я здесь принадлежу самому себе, мне здесь хорошо, это мое, моя жизнь. Возможность встречать людей, пить кофе, общаться и что-то при всем этом делать.
Kirchengute. Kirchengute is very good.